Și nu vă place de Rusie? Nu mă place de Rusie, fiindcă cetățenii noștri moldoveni care au migrat, au dus în Rusia pe timpul încă Uniunii Sovietice. Eu făcut în apartament de 3 odăi de 100 de metri. Ei au plătit 4 milioane jumătate din 5 milioane jumătate și mafia i-a fugărit. Dar adică, și i-a fugărit pentru că sunt moldoveni? Nu că sunt moldoveni, că așa e dreptate în Rusia. Așa este dreptate în Rusia, că noi ai plătit 1 milion și s-a luat 4 milioane jumătate soldatele. Oho. Надо говорить по-русски. Я хочу сказать по-русски. Как в России нарушаются права человека. Человек заплатил уроженца Кишинева, Светлана Кавелина, она уроженка города Кишинева. Она моя родственница, двоюродная сестра. Я пришел протестовать. Почему? Потому что в России, город Курган, люди оплатили, продали свою трехкомнатную квартиру за 2,5 миллиона. Оплатили еще 2 миллиона вместе с материнским капиталом. Это получается всего 4,5 миллиона. А досталось оплатить еще 1 миллион. И они не могли, потому что потеряли работу, не могли оплатить. Разрешите, чтобы пересмотреть рассрочку. И они взяли, украли всю квартиру. Господин Кавелин, я его не знаю, но так Света мне... Кавелин, Алтвел, Пия Кавелин. Камоликов, господин Камоликов, да, Камоликова. Кавелин, это моя двойная сестра. Да. Он забрал квартиру. Да, я вам înțeles, скрия в документе человек, который авег бани приготовить, луни идем, что ж ты винишь? Да, по-русски, можно по-русски. Да. Она нашла, одолжила у кого-то своего дальнего там друга, близкого родственника, одолжила деньги, пришли принести деньги. Они уже после как квартиру перечислили уже в этот ДИЦ, или как он называется там, в этом кургане. Так что я прошу господина Путина, генерального прокурора, помогите уроженцам Кишинева, она уроженка Кишинева, Светлана Кавелина, помогите ей, чтобы квартиру вернули, потому что забрали квартиру 4,5 миллиона рублей, это же большие деньги. 1 миллион не доплатили, и они забрали квартиру. Уже они пришли, уже одолжили какие-то другие деньги, принесли деньги, они уже все, квартира передана. Как это так можно? Шавецу петиции и Петру Путин. Еще, я имею петицию на имя генерального прокурора господина Путина, на имя генерального прокурора, не знаю, кто вместо Чайки, сейчас не знаю, и президенту России Владимиру Путину от имени Светланы Кавелиной представили, чтобы он приняли какие-то меры с этим господином Камоликовым. Он там, видно, связан с судебной мафией, с этими приставами. И давайте посмотрим, примет, я думаю, что не примут. Давайте. Думаю. Идем к воротам. Идем к посольству Российской Федерации в Молдове. Там в России нельзя протестовать. Я думаю, поэтому они боятся, потому что меня арестовали. А у нас в Молдове можно протестовать. Да. Асуни боец, Томаш. Представь, как вряд ли ссори на амбассаду. Ши, буна зио, че я слуату остат ищ пи амбассадор? Пы чини дечис, воец дечис? Лассать ей се спуна, лассать се ворбим ку репрезентанцей Русии. Че я слуат на седю? Oleg, dar nu e acolo, acolo e butonul. Da, ia uite, aici e butonul, dar nu te lasă să te aproape. Da, și noi facem nimic, можно вам, мы хотим одно письмо на имя генерального прокурора России и господина Путина, можно вам передать? Мы знаем, мы хотели вам руки дать, нельзя, да? Ну, спасибо большое, разве не хотите выйти, спасибо большое. Чи спасибо, так ну в районе диски депорта. Всего доброго. Ну, мы пошли, я уже попросим. Ответ как будет? Да. Ну что делать? Все, все, всего доброго, разве хотим поговорить? Чисто всего доброго, Вася и ЖРМ. Ну, будем вам тогда будем. Будем. На кону ворсы принять куски свари. Мы были дома на Путин. Багаю субуши. Ладно, все спать. Так, ну, мы будем протестовать, как у нас в Молдове разрешено протестовать. А у вас в России, наверное, нельзя. Вас даже не интересует, почему мы протестуем.
Граждане Польши, они родились здесь, они граждане России. И там их кидают на квартиру. Мы хотели вам также заменят. Мы ничего не требуем, можете поставить вам заменят, можно привести вверх. А здесь у вас это что? Посольство. Польский отдел. А посольство где у вас? Вот здесь, здесь. Посольство 312. Здесь. Милиция. Олега Рубтку и вене милиция. Все. А не надо заявлять никому. У нас в Молдове нельзя заявлять. Можно и не заявлять. Ну, мы хотели посольство письмо послать. Посольство как президент России и генеральному прокурору. Но они не хотели взять, говорит, по почте послали. Ну, мы протестовали, у нас в Молдове можно протестовать. Да, но здесь не... Человек не хочет, так что придется послать по почте уже. Да, чтобы здесь чтобы регистрировали, никак не хотят. Квартиру забрали, квартиру забрали там. Не хотят, да? Не хотят. Нет, ничего тут не объясняет. Нет, надо писать. Так здесь у нас вот плакат есть, и письмо есть. У людей забрали квартиру там в Кургане, в городе Кургане. Отобрали квартиру. Да. Они заплатили 4,5 миллиона. Из 5 миллионов с половиной. И за миллион то, что он не работал, хозяин. И взяли, украли квартиру, забрали квартиру. То есть у них какой-то комоликов. Они там боятся протестовать. А мы там здесь пришли за них. Мы за них протестуем. Трое детей там все-таки. Трое детей будут на улице останутся. За миллион. Пускай миллион заплатят они как-нибудь. Как украсть? Получается, они крадут 4,5 миллиона. Еще они должны 330 миллионов. Еще, ой, 300 тысяч еще должны, потому что судебные издержки. Вот это что такое? Что это значит? Это Россия здесь, же. Их кидают на улицу. Они тремя детьми на улице. Детьми. Они это Курган. Материнский капитал вложили в эту квартиру. И заплатили всего 4,5 миллиона. Продали свою старую квартиру за 2,5 миллиона. Вот это письмо наше. Вот это письмо и все. Если можно, можно. Но если вы не хотите, что делать? Идет? Да. Свобода слова. Вы обратитесь туда, куда вам необходимо обратиться. И разъясните вашу проблему нормально, цивилизованно. Мы цивилизованно написали... Ну там юстиция не работает. Что вы хотите? Я объяснил, что вам необходимо обратиться в консульский отдел. А консульский отдел где находится? А где консульский отдел? Там за углом, да? Да, только сейчас туда двух обед. Ну, еще часу нет, кажется, извините. Да, че, вершора, вершора мотали, ну и че Татьяна Молдовяна, че Татьяна Русы. Че Татьяна Русы, и че Санка Русаска. Да, да. И кумус, у нас тут и кишнал, да, че Санка Русы. Да, да. Я че дежаба тримите акколо, и че не адреса? Я вам дат, поскольку мы пинем, я вам дат, вижу, че Татьяна Русы. Я вам дат, мы писали акколо. А шар ше есть, не обвините на поле скусу, че пидила полиция. Acolo, în Rusie? Da, da, ea de-am s-o judecat, de-am venit cu executarea. Și poliții se faci, cu evacuarea au venit. Hai, mulțumesc, mulțumesc. Și davai, salut. Hai, cele bune, mulțumesc. Hai, cuci. De auză. Davai. Și ne ducem, dar da? La cuci. Hai la cuci. Dacă vrei. Hai, ne-am la cuci. Cât este dus. E dat. Dar nu cred că o să o iei nici el. Nici mai ales, așa l-au zis că dacă e cetățean moldovean, te duci acolo. Dar el nu, ea nu e cetățean moldovean. Nu, deci și aici rusă. Aici rusă e mai aici cu tine. Rusă. Da, da, la consulat ne-o trimis pentru că pentru dacă ești cetățean. Nu, ce are eu așa am auzit. Este o vas moldavscă e grajdanstvă. Cetățean rus. Haideam acolo, da. Eu am întrebat am eu Oleg dacă eu Сынел Деладыш и Дичай Юрист. Хай сумбалим, хай сумбалим. Сумбалим? Да сюда кур, где ламени по наколу. Держи, держи, я заверну ее. Внутри я буду. Ну давай, дай черепа, что ты хочешь. Ай, каша, давай.